В Севастополе собирают помощь семье, в которой на пожаре погибла 6-летняя девочка, а ее 10-летняя сестра находится в тяжелом состоянии. Решение открыть сбор приняли родственники после многочисленных обращений неравнодушных граждан. В результате трагедии семья осталась без крова и вещей. Это мои родные, это брат моего мужа, наша семья, то есть наши племянницы. Семья потеряла все. Мать сейчас находится в больнице на северной стороне. У нее незначительные повреждения. Все хорошо. А сейчас семье необходима помощь в большей степени финансовая, так как необходимо похоронить маленького ребенка. Родители собираются ехать в Краснодар к старшей дочери. Им нужно там где-то жить, что-то есть, что-то носить. Потому что нету ничего, ни документов, ни одежды. Еще раз напомним, в результате пожара в частном доме, который произошел на территории садоводческого товарищества «Черноморье» с 11 мая, погибла 6-летняя девочка, а ее 10-летняя сестра получила ожоги 85% тела. Санбортом ее доставили в Краснодарский ожоговый центр. Очень многие люди звонят, спрашивают, чем помочь, как помочь, куда направлять средства или приносить вещи. А я как волонтер фонда «Сердце Севастополя», я волонтер-психолог в этом центре, полностью доверяю руководителю и самому фонду. И мы приняли решение вот с этим фондом собирать помощь через них. Так что, если у кого-то будет желание оказать семье помощь, это можно сделать через «Сердце Севастополя» на их официальные реквизиты. Для организации похорон, восстановления документов и жилья семье требуется немало средств. Помощь может оказать любой желающий. Реквизиты для перечисления денег и номер телефона родственников вы видите на экране. При переводе финансовой помощи необходимо сделать отметку «пожар». Также помощь можно передать по адресу: улица Пляж Омега, 4/13, ежедневно с 10 до 16 часов.